Растущая транспортная связанность евразийского мегаконтинента открывает беспрецедентные в истории человечества возможности для совместного развития субконтинента Европа-Азия. Необходим сейчас открытый, честный диалог, который позволит нам обойти имеющиеся риски. Иллюзия, что мировая история закончилась, и человечество вступило на единый путь развития, где уже мы дадите обсуждаемые проблемы всему миру. Я хотел бы тоже присоединить свое мнение, видение. Это то, с чем большинство здесь будут согласны. Ну, все в мире согласны с вашим подходом. Да, конечно. In a zero-sum environment, we believe that we can gain at the expense of others. We believe that any deal, when we make all the gains and the other side is the Vladivostok. Eurasia, we are speaking about the greatest landmass in our.